Okay. Dayan, gitme hele. Gözde. Acıyanda yiyersen. Ayakkabılarının bağları. İşte kitap neyine lazımdı? Onunla kudafisleştin. Elbette. Не Атмамеда случайно? Атмамеда. А кто он тебе? Отец? Вроде. Ну ладно, иди за мной. Сейчас еще голову найду. От меня не спрячешься. А вот, нашел. Надевай. Теперь ты Микки. Спасибо. Такие куклы есть только в 4 городах мира. В Лос-Анджелесе, Мехико, в Западном Берлине и у дяди Жоры в Баку. Смотри, новенький. Под костюм не видно. Может, и старенький. Эй, Микки! Глухой, наверное, все-таки старенький. Эй, Микки! Понял. И подходишь к детям. Вот так. Только к детям? Да. Мы работаем именно с детьми. Дети, цветы жизни. Мы дарим им радость. А больше никому дарить радость нельзя? Кому, например? Например, женщинам. Можно, но строго после работы, а на работе только с детьми. Понял? Да. Все понял? Почти. Покажите еще раз, как надо ходить.
Вот так. Ути-пути, ути-ути, подкрадываешься нежно, незаметно. Тю-тю-тю-тю-тю. А это еще кто? У Журы еще одна точка есть. Там, в том конце бульвара. Тоже звери? Звери. Трое. А? Пойдем. Ага. Ути-пути, ути-пути. Какой хороший мальчик. Это откуда такой мальчик взялся, а? Ути-пути-пути-ути. Хочешь сфотографироваться? А? Вот, видите, хочет. Ты мой красавчик, пути-мути. Ути-пути-пути-мути, а теперь улыбочку, киндер. У тебя шнурки. Так надо. Ахтунг, работать! Битэшан! Это откуда такой мальчик взялся, а? Akşamınız xeyir, Əli Rıza əmi. Ay, akşamın xeyir. Görürsən də, qonşu sayağı döyüşürük. Çox fikirlərsən, Əli Rıza. Şahmat oynamırıq ki. İşdə nə var, nə yox? Hər şey qaydasındadır. Yaxınlarda əskərliyə gedəcək. Qoy hələ işləsin. Evdə oturub gözümü görməyəcək ki. Elə demə. Amma müqayisədə mənimkini götürsək onda... O, özünündür. Amma mənimki yaddır. Fərqi var, mən nə bilim, atası kim olub? Yiyəndən sonra danışarsan, yaxşı? Nədən? İşindən də, necə işdir? Sıçan işidir. Da где же они? Опять спрятала, блин. Куда опять? Не пущу. Упаковывать надо. А может, не надо? Самой, небось, не по сердцу. Угу. А меня кто спрашивает? Твоему отцу работу хорошую предложили, так что это наше последнее лето в Баку. Не поеду я никуда. Как будто от нас что-то зависит. Мы уже одной ногой в Москве, внучек. Да? Левый или правый? Да ну тебя! Где мои кеды? Какие? Господи, держи свои кеды. Привет, как дела? Да никак, извини, я опаздывал. Дай денег, помоги друзьям. Видишь его, как трясет? Нет денег, самому работать приходится. Ай-яй-яй-яй, неужели пусто? Да говорю же, нету. Было бы, разве друзьям не помог бы? В носках прячется, значит. Салам, я чепхала. Элик, салам. Салам, салам. Салам. Dayan! Dayan! Давай.
Нехорошо друзей обманывать. Ты где был? Что-то случилось? Случилось. Друзей встретил. У тебя есть друзья? Оказывается, есть. Даже двое. Ищите детей помладше. Эти уже выросли. Гуляйте туда. Шаг вправо, шаг влево. Штраф. Ферштейн. Ну и где же мы их сейчас найдем? Может, они еще гуляют. Что, понравились? А тебе нет, что ли? Ну, тогда иди домой. А мне домой еще рано. Ладно, тогда смотри со стороны, как мы их снимать будем. Посмотрим. Туда. Кажется, они. Девочки? Припадочные, что ли? Нет, не они. Опять не те. Вот они. Конкуренты? Да это наши, с другой точки, куклы. Опоздали. Пошли отсюда. Может, поговорим? Привет. Привет. Салам. 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 А как вас зовут? Светлана. А меня Зарина. Очень приятно. И мне. Извините, сударыня, мы на секунду. Братцы, мы их первые заметили. Бежали по всему бульвару. Честно. Эй, Арбеладес, а? Погоди, погоди. А мы их первые сняли. Это уже не в счет? Ты здесь, да? Погоди. А. Нормальные ребята, веселые. Лучше уж грустные, но богатые. У них даже на кафе, наверное, не хватит. Они сейчас уйдут. Надо решать. А чего тут решать? И так все ясно. Наши они. Ну, не знаю, не знаю. Есть способ. Старый, как мир. Не способ, а? Жребий, монеты есть? Минуточку. Простите, у вас нет монеты? Ну, наглец. Мне во временное пользование. Mm-hmm. Я отдам. Благодарю. Готово. Кидать? От. Орел или решка? Решка. Жребий кидает. С ума сойти. Нолдо, арайто. Закатилась куда-то. Девочки, не уходите. Нашел! А стол он? Чачир. Коин еда. Getir, getir, getir. Koy. Ay, sağ ol. Ha, reis. Ne deyirsən? Hara lazımdır qaldıraq. Sağ ol. Olmaz. Sağ ol, lazım deyil. Özümüz bacararıq. Həh, sən get. Çox sağ ol. Bax ha, yüzə düşərsən. Hə, gedə. Uşaqlar, gözünüz bunlarda olsun. Mən indi gəlirəm. Hə,
Sabahın xeyir. Sağ olun. Yuxudan oyadmadım ki. Yo, yo, yo. Qonşu, qardaşım mənə bərk lazımdır. Onu çağır da. Yaxşı, bu da. Gözləyirəm. Bəs qonşu qonşuya nə gündə lazımdır? Yatmı? O senin qardaşındır ya yox? İnsafın olsun. Axı necə oyadım ona? Onsuz da birazdan durmalıdır. Get, get, oyad. Ayşe, mani olmuyor, değmiyor, değmiyor. Qonşu. Hı. Kömək eləyərsən, hə? Əlbəttə, yer lazımdırsa. Gəl, gəl. Gəl, bax, yaxşısı budur. Baxın, işləməyi əmidən öyrənin. Gördünüz? Ah, qaldı bana. Yox, mən işə geçirəm. Yaxşı, onu da götür çəkə kənara. Axşam qaldırarsan, yapış. Ana, mən getdim. Oğlum, köynəyin yaman gündədir. Maaş alanda təzəsini alarıq. Yaxşı. Bəs mənə? Səs salma. At onu yatıb. Salam. Salam. Haradaydın? Nə haradaydım ya? Səhər sübhdən uyutazlaşıq. Çayını əbəz tut. Hansından istəyirsiniz? Krem brülə. Bunu deyirlər. Yox, bu meyvəldir deyəsən. Bəlkə məndən soruşasınız. Вчерашние, не узнала. Какие вчерашние? Оборванцы с монетой. Нищета! Ну и прикид! Это не прикид, а наша рабочая одежда. Ну вот так не смеялись, да? Ну, лобала. Ne olacak? Görmüşsen bulvarı döndürdüler heyvanxanaya. Hey. Na, tuboy maroy. Merci. Eşek buca gedir verdi, gör necə qurtardı. Demə, demə. Бессовестные! Безответственные! Ах, деньги, дейсен, деньги. Коллектив бездельников! Сомнище пороков! Полюбуйся! Твои прохвосты тоже здесь! Распустил ты их! Стыдно! Двое пожилых мужчин бегают по кустам, как кенгуру. А эти, юные лоботрясы, здесь прохлаждаются. Что уставились? Мы бы хотели с вашими зверьками сфотографироваться. Можно? Что за вопрос? А для чего они здесь? Отнесешь эту пленку на проявку. Скажешь от меня. Объясни ему, куда идти. Пусть учится.
Она мне нравится. Хансе. Зарина. Всем понятно? В каком смысле? Прямом. А-а-а. Кстати, вторая тоже ничего. У меня в Москве была одна. Чем-то на нее похоже. В Москве? В прошлом году, когда я ездил к родителям. Расскажешь? Долгая история. У меня в Москве много чего было. От Папазова? Нет, от дяди Жоры. Хм, так это он и есть. Небось, запарился в этом балахоне-то. Рабочий день окончен. Можете переодеваться. Не расходитесь. Надо поговорить. Что? Что ты сказал? Я сказал, что дождь собирается. Да, действительно. А чего тут смешного? Барабанные палочки. 21. Мама, я жду. 17. Стоп, я выиграл. Опять? Не ропщи, деточка. Это игра. Рассчитывайтесь. Аккуратно убираем со стола. Ужинать будем. У тебя царапина на локте. А дерево ободрал. Пойду книжку почитаю. Только далеко не уходи. Придется все это съесть. Диабет неминуем. Привет, дедуля. Переживаем все, что Салют, внучек. С надеждой смотрим в будущее. И каждый, кто чувствует и мыслит, как гражданин... Родителей не видно. Не отделяя... Они пошли к Самедову. Он докторскую защитил. Какой бы стороной... А что ты пишешь? ...оборачивалась к нам и нашим близким временем... Мемуары. ...радостной или горькой. Каждый человек... Вот. ...принимает... Эти вот. Превратили нашу страну в руины. А мы когда-то ее из руин подняли. Об этом и пишу. Трудный, потому что мы... Тебе же нельзя, мама скандал закатит. С большим напряжением не просто идет экономическая реформа. Обострилась ситуация на потребительском рынке. Ты же меня не сдашь? Мы впервые пережили массовые забастовки и связанные с ними тяжелые... Новости машины. Есть какие-нибудь? Не доставало порядка и дисциплины. Девушка мне одна понравилась. Года нас не покидала тревога, вызванная обострением... Кто такая? Из какой семьи? Возраст? Род занятий? Я еще сам ее толком не знаю. Когда познакомлюсь ближе, приведу к тебе. Запомни, выбор подруги, даже временный, очень ответственное дело. Выходила на новую дорогу. Многое пришлось заново обдумать, многое... Как, впрочем, и любое другое. Теперь мы яснее... Что? Ты чего говоришь? Что те толстожопы затолкали их в такси. Микки сказал. А тебе кто сказал? Сам видел. Усадили в машину и еще каждую по заднице похлопали. А если ты врешь? Какой мне смысл? Она не в моем вкусе, если ты это имеешь в виду. И вообще... Что вообще? Бэсти. Продолжай.
Пожалуйста. У них здесь точка, как и у нас. И они работают, и мы работаем. Можно подумать, ты сам этого не понял. А я и на ней жениться не собираюсь. Ну а в чем тогда дело? Красную шапочку видели? А мы на тебя смотрели. А в шарабар или тюрьме? А харапар? Вот она память. А я бы на бахе. Иди сюда, 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 сюда. Сюда, спокойно. Вы тоже, тюти-пути. Давайте сюда, не мешайте работать. Ай, момент, сейчас. Задолбал совсем Жора. Озверел. Надо ехать в Америку. Ахтунг, не расслабляться. Шнель. Бегом! Кедри филюклёра гадар. Орда бахарыг не иньяри. Ты чего? Эве гедмалия. Я не кюмин ипина багланмысан. Коншунун ваннасын эвине калдырмак лазымды. Эче гюнды гёздадырам. Хорошо платит? Эч не вермир. Эч версе да гётюрмэрэм. Ну ладно, продолжаем гулять и разбегаемся. Гедма, хамус арифлир, бель веминиллер. Да еще и бесплатно. Аху сезормиш, надо идти, раз обещал. Не пойдешь никуда. Калды мэй. Белина минен топлыжей. Переда ман. Оп! Жора onu arı gönderdi. Kafeye yük taşmalı. Havayı. Get ondan pul var. Bırakmayacağım yok. Seni. Gel. O ayıptı da. Gel. Yok. Gel. Gel hadi be. Alındı. Hele sen fikirleştiğin kimi alındı. Çoktan beri olmalıydı. Böyle şey. Biz işlememişiz. Sen işlemişsin. Onda işten sonra Berkem kafeye gidelim. Kızdan. He. Ola. He. $21.50. Эрин, а тому из нас ты очень нравишься. А кому именно? А ты догадайся, сама. Да, хорошего понемножку. Отвяньте, ребят. Нам пора. Зарина. Мы тоже пойдем.
Да сидите вы. Лучше им не мешать. Потом близко к себе не пустят. Бича охлопать, я там была на уме. Зарина! А? Можно тебя на секунду? Ты во сколько освободишься? Не знаю, а что? Может, погуляем? Недолго, полчаса. Говорю же, не знаю. Давай на Хагани возле мельницы. На полчаса, не больше. Ты какие цветы любишь? Не знаю. Гвоздики, наверное. Валить надо отсюда. Пахан говорит, надо ехать в Израиль. Но что там делать в этой пустыне? Не, только в Америку. Деньги собираю и язык учу. Работаю вот. Да и Пахан кое-что подкидывает. Вот накоплю и рвану. А я не хочу никуда ехать. Мне и здесь нравится. Море, рыбалка. Тепло круглый год. Не поеду я никуда. А мы не стерем ки. Узайры цевыми золсу. Zəhləm yoru əyətdən, oranın qonşularından. Bax, satacam o evi, gedib ayrıcə ev alacam. Mən isə şofer olmaq istəyirəm. Daim kimi yük maşını sürəcəm. Vabşı uşaqlıqda kosmonavt olmaq istərdim. Amma fikirləşdim ki, bu çəki ilə məni qəbul eləməzdir. А я буду в институт поступать. Вот поработаю до лета с вами и поступлю. Без образования человеком не станешь. Ладно, ребята, до завтра. На нашем месте. Пока. До завтра. Увидимся. Сал. Görüşürüz. Пока. Давай. Пока. Сау. Пока. Пока. Чел, алло. Чел. Сал, иншалла. Dayan! Опять друзья? Они самые! Опять меня позвал. Ну, я и рванул от них на третьей скорости. И побежали. Я сразу оторвался. А это что за тип? Который? На попрошайку похож. Сам за зарплатой приходит. Шалар, гедим разгазыш.
너 대자식들? 이신! Benim iyi komşum. Axır ki yadıma düşdü. Benim de yadımdan çıkıp sana deyim ki, ben o vanlanı 3. mertebede yaşayan Faik'e satmışım. İyiydi ki getirmişsin. Öyle kaldır verir özüne de. Devam. Я ничего не понимаю. Неужели и вам столько? Вот, посмотри. В этот раз даже меньше, чем всегда. Хозяин, барин. В конце концов, не нравится, можно найти другую работу. Не нравится. Денег мало. Радуйтесь, что это дают. Нас и так тут слишком много. Да, нас много. Надо поговорить с ним вечером. Лазом, да. Да вы что? Мне вот тоже многое не нравится. Но ведь так нельзя. Он имеет право. И потом он старше. Ты чего? Стоите! Идите переодеваться, бездельники! Надо поговорить. Как? Что за фокусы-покусы? Неправильно это, ребят. Мы хотим наши деньги. Кто вы такие, чтобы хотеть? Какая работа, такая и оплата. А ну марш переодеваться, пока я вас не погнал отсюда. Аккуму вер. Сизуметле мапул вермешсис. Ну ты гаденыш. Все-таки правильно говорят. Яблоко от яблони. Эльвичек.
неблагодарные. Это мне ваше спасибо, да? Спокойно. Нам нужны только наши деньги. Спасибо. Деда. Давай. Том, дели. Твои. Сал. Келя. Возьми. Thank you. Ему я сам отдам. Держи, это твои. Не надо. Бери, бери. Спасибо. Ну, давайте, рассказывайте что-нибудь интересное. А можно такое? Ну, со словечками всякими. Ну, если в меру, то можно. Верно? Однажды ночью старый еврей увидел во сне... Пойдем. Поговорить ты надо. Мне? Ну, раз надо. Ну, ладно, хватит. Давай рассказывай про своего интересно, еврея. Что он ей собирается сказать? Ну, и о чем ты хотел поговорить? Я хочу, чтобы ты ушла с бульвара. Что? Хочу, чтобы ушла. Прошу тебя. Давай ты будешь заниматься чем-то другим. Ты, наверное, хороший парень. Только не надо меня жалеть. Договорились? Ты мне нравишься. Зарина. Иди к друзьям. Ну все, ребята, пока. Нам пора. Пока. Your soul. Такой был хороший вечер. Что ты хочешь сказать? Дурак ты. Яхш, яхш, баштамин. Эсты. Ne var hala? Til buradan. Eşit mi sen? Угощайся. Вообще-то я после 6 не еду. Здесь? Ты куда еще? Это вас так отделал? Не важно. У них свои дядь Жора имеют. Угадал? Отстань, умоляю. Дай посидеть спокойно. Ребята, мне пора, у меня дела. Какие дела? Неважно, это тут рядом. Алабисиз Герса, а? Могу и вас взять. Вы с нами? Нет. Это уже без нас. Нам пора. Ена без нас.
Geldin? Hə, gəlib. Hər şey qaydasındadır. Nə hər şey qaydasındadır? Nə? Gecəyə qədər harada olduğunu sənə dedi? Mənə salam verdi? Sənə dedi? Bunun nəyi qaydasındadır? İşdən gəlib, yorulub. Bilirəm o nədən yorulub. İndi araşdıraram. Söz vermişdin ki, ona toxunmayacaqsan. Söz vermişəmsə, toxunmayacağam. Səlahiyyətim yoxdur. Sənin evində yaşayıram. Bir dəfə də olsun bunu sənə hiss elətdirmişəm. Güya yatmışsan, elə bilirsən sənin boqqaların yanacağım. Demək belə, Qulaz, məni ata əsəb eləmirsən, eləmə, cəhənnəmə. Bəs ananın əsəblərinlə niyə oynuyorsan? Buranı yataqhanaya döndərmirsən. Haçan istəyirsən gedirsən, haçan istəyirsən gəlirsən. O da ağlayır. Sən eləmişsin mi can? Mən sənin nazına çox oynayıram. С сегодняшнего дня будете работать вместе. Мой зять уехал. Надолго? Мартышка, анатасы, bir sözle. Привет. Салам, buyurun içeri. Geçin içeri. Allah'ın mehmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Canımız kurtardı. Ben onu çok sevdim. Pis adam değildi. Sadece bahtı getirmedi. Разгружайте, ребят. Столы готовы. Ну что, бабушка без себя едет? Ну да. А как же ты один? Ничего, я себе другую найду, моложе. Смотрите. А? Я мамку друг лар блар. Отпусти! Да отвали же! Дуры, хазара! Мне больно! Что, переунасим чей? Мы больше не хотим этого. Я знаю, это их хозяева. Наверное, опять их бить будут. За что?
Они из-за нас работу почти забросили. Пошли. Мартышка, сен дядя Жору иногал. Мен де сине гетме истирам. Я могу остаться. Пошли. Останься! 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 Микки! Нине! Обгоняем, выбегаем на встречу. Отпустите нас, мы отработаем! Мен курдум, сиз не зачистите. Идете! Нигр! Подойди, чтобы сдохли! Омлага! Да отвали же, козел! Убери руки! Не надо, ребята! Не связывайтесь с ними! Это наше дело! Пусти! Пусти, сказала, руки! Отпусти! А ну отпусти его, ура! Куда пошел? А ну отвали, отвали, сказала! Вот ты! Ты? Нет, Майкл Джексон. Чё тебе? Деньги нужны? Отстань, не дать тебе. Ну? Деньги нужны? Деньги нужны? Я тебя спрашиваю. Деньги нужны? Не дать тебе. У меня сын болен сейчас. Тяжело.
ничего не получилось. А у тебя получилось, когда фильм смотрел? Я с родителями смотрел. Ты чего? Маме чувака знала мамаша. Да ладно тебе. Если честно, и у меня не было. У меня тоже. Чего уставился? Ты говорил, у тебя в Москве было. Ну, говорил. Что за хрозян я? Ну, было кое-что. Только не до конца. Так. Есть куда пойти? Пошли. Ну, давайте, мальчики. Кто первый? Самый смелый. Ну что же вы? Можно я первый? Ну тогда я второй. Потом я. Можно? Меним Светадан хошим гелиш. Меним Сазарина. А ты? Я не буду. Неправильно это. Не пух, как говорится. Ну? Нет. Я тоже не буду. И я не буду. Пиздаю. Интересно, куда деваются чайки, когда море замерзает? Bye.
вас ждем. Идите без нас. Ночью еще один состав придет. Надо помочь. Серьезно, что ли? Какие уж тут шутки. Идите, мальчики, мы остаемся. Тогда мы сбегаем, принесем вам еды. Нас накормят, они сами предложили. Все, пока. Погодите. Я сейчас. Зарина, мой долг. Я брал у тебя когда-то. Уже отвык от этой одежды. Меня это дорогие. Как я не знаю, хатыка. Пыльный, конечно. Ты в маске красивее. Хочешь, поменяемся? Не, у меня аллергия на котов. İşdirsiz. Tutakçı, ne lazımdı? Bize Ermeni Jora lazımdı, haradadır? Hansı Jora? Sizin reisiniz, Georgi Papazov. Siz beladan tanıyırsınız? Birinci dəfə də eşidirəm. Papazov erməni familiyasıdır. Kəs səsini, meymun. Bir də soruşuram, hardadır rəisiniz? Bizim heç bir rəisimiz yoxdur. Biz azad adamlarıq. Bəlkə kimsə nəsə başa düşmədi, hə? Hələ görüşərik. Bəyəm Jora ermənidir? Her şey olabilir. Görəsən hardadır? Если бы мы знали, где он живет. Bir dəfə yük daşımağa kömək eləmiş. Hara? Necə ara? Evinə. Gəlin. Bu da buradır. Ну что? Стучи, да? Yəqin çıxıb gedib. А давайте, я вам чаю заварю. Вам надо уезжать. Чем скорее, тем лучше. Знаю, что надо, а уехать не могу. Дочь зятем отправила, сам думал, обойдется. А теперь вот выходить боюсь. Сейчас. Я быстро, одну секунду. Дядь Жора, а вы в армии фотографировали? Ребята, сейчас не до болтовни. Надо собрать самое необходимое и успеть на паром. Я ведь потом вернусь. Да? Одному. Детей стариков пропускать в первую очередь.
Мы это забыли, дядя Жора. Возьмите. Нет, не надо. Очень прошу, не отказывайте. Спасибо. Может быть, я еще вернусь, а? Hastaya ne yadından çıkar? Bayağıdan bütün bulvarı fırlamışam. Sen aktardım. Ne olup ki? Barikada tikirik. Sen kimler lazımdı? Ne barikada? Şehre ordu girebilir. Ona göre de bütün şehrin girişlerini bağlayırız. A za это платят? Это дело добровольное. Народное ополчение называется. Но я не думаю, что наша армия... Да Тифлис'te kimin ordusuydu? Ne oldu? Yedirik? Нет, ну если так, то конечно. Bence seninle orada hiçbir şey yok. Neyse, gelirsen senin kabineye. Kabina ya. Cemaat gözləyir, yaxşı deyil. Sabah səhər öz yerimizdə. Balu. Hə? Götür bunu. Özündən müqayət ol. Otur. Gəl bizim küçədən başlayaq. Orada o qədər zirzibil var. Verərsən sürün. Gəl-gəli paslayaq. Canla gəli. Diyana. Жалею, что отпустил Балу. Расходись с подомом. Кончай командовать. Сейчас нам надо быть со всеми. Со всеми? Мы свободные люди. А они чего хотят? Тоже свободы. Наше место рядом с ними. Надо защитить город. Защитить город? Это ты его защитишь. А может, Мартышка? Может быть, Том или Волк? Да, защитим. А если надо будет, и воевать пойдем. Решайте сами, я против. Мне деле галер ки, біз хамынан бір ерде олмалы. Не всегда. Хватит. Ты как хочешь, но мы пойдем.
Я вас догоню. Привет. Привет. Ты без бабушки? Да, тебе повезло. А я с ребятами. Они не потеряются? Нет, я их догоню. Ну, догоняй. А может, после всего этого увидимся? Ой, к сожалению, мы уезжаем. Опять не повезло. Поднимайся. Это мой чердак. Evde işleyemey məni gözləyir. Nadir orada qaldı. Dedi ki, piroşki gətirəcək. Nadir köhnə yalançıdır. Hə də. Yadındadır o məsələ. Rəhbərdən sonra. Əşi. Bəsdir kişinin dalıcı danışdınız.
Balı da gelmedi. Miki de. Neyneye? Смысла ждать нет. Идем к Балу. Мы хотя бы знаем, где он живет. Почему? Ты же видел, все могло случиться. Нет, не верю. А может, они дома? Я не знаю. Я не знаю, где они живут. Не знаю! Давай уедем. Что? Уедем вместе. Нам тут делать нечего. Уедем. Это ты во всем виновата! Ты! Да, ты. Постой! Постой, слышишь? Я предатель. Я их предал. Я их бросил в трудную минуту. Они мне верили. Постой! Да остановись ты! Ты не понимаешь? Я должен был быть с ними. Должен был с ними. Ты не понимаешь? Это ты не понимаешь. Их нет. Ничего уже нет. Есть только я и ты. Есть наша любовь. Слышишь или нет? Мы уезжаем, понял? Уезжаем вместе. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Чеменде. Яхна гел. Тур ерине. Инди сен. Не яхши. Ал силахны. Кайт ерине.
Kırmgan eylemişem ben. Oğlum ne fikirdin? Evde hiç bilmiyorum. Nasılsın? Can I help you?
Thank you.